Привет. Мне сейчас надо что-то сделать, чтобы тебя добавить, или ты сама добавишься как-то? Нажать, наверное, да, сюда. Так, Боги. Мари, сейчас тут перевернем. Давай. Привет, дорогая. Слушай, ну все так просто, видишь, как быстренько раз-раз и встретились. Да, Поэтому я рада тебя видеть. упала. А то за технические моменты я в этом вообще не разбираюсь, все равно до сих пор. Нет, нет, это ничего страшного. Как бы не первый раз пробовали так, поэтому все нормально. Ну что, хорошо выглядишь. Я тебе хочу сказать, что год мы с тобой не виделись, ты вообще очень изменилась. Ну, Даже внешне. в апреле, да, в прошлом году встречались? Да, мы с тобой в апреле встретились. Ты меня хорошо слышишь? Да, Наушник у меня нормально работает? отлично. Все, хорошо. Вот. И привет, Танюш, привет, рад тебя видеть тоже тут. Здравствуйте, кто-то. Вот. И да, девчонки мои стали добавляться, кому-то тоже очень интересно. Слушай, ну, изменения очень даже налицо в тебе, потому что мало того, что внешние изменения, еще и как бы внутренне ты поменялась. Я слушала твои эфиры крайние, да, и как бы то, что мы с тобой изучали, допустим, 1,5 года назад, да, уже совсем, конечно, меняется по-другому, и ты уже по-другому даешь информацию. В общем, вообще прикольно, интересно. Спасибо, дорогая. Спасибо. Расскажи, ты хотела рассказать о своих переменах, изменениях. Здравствуйте, девочки, кто добавляется? Сеструха, привет, там моя сестра зашла. Вот, значит, за изменения могу сказать, что, да, благодаря тебе в тот момент, когда я попала на марафон, я наконец-таки заглянула внутрь себя, потому что до этого были только внешние знания того, что может быть. Вот. Марафон мне дал очень большой старт и обучение, как бы, да, обращать внимание сюда. Вот. Ну, а когда ты мне предложила обучение вообще, то есть, по сути, да, именно твое, ну, я его, конечно, видимо, очень хотела, раз я его получила от тебя в подарок, да, вот, и что значит, идти было очень сложно и больно, вот, и ты как бы очень сильно, как сказать, иногда где-то жестко, да, казалось жестко, ты нас, девчонок, которые у тебя проходили обучение, ты как бы нас, ну, прессануло, но пресс этот, я так понимаю, именно нашей группе, наверное, все-таки нужен был. И кто хотел, да, и кто хотел это таким образом получить информацию, как бы, да, пинок под зад конкретный, да, он ее получил. Допустим, я оттуда взяла максимально, вот, что могла, и даже, в принципе, что если говорить, что я попала туда случайно, ну, как бы, случайности не бывает, да, я оттуда взяла очень много, и с того момента пошло мое развитие все глубже и глубже, да? Ты знаешь, что помимо того, что я обучалась у тебя, я еще слушала как бы блогеров, трансляторов, там, как мы их назовем, да? Вот, и у меня иногда не сопоставлялись до этого как бы вместе части. Но когда мы с тобой все конкретно, ну, когда, допустим, человек говорит многим людям, это одно, а когда ты конкретно вот с нами работала по-личному, да, это гораздо глубже. Получается, это как личные консультации все время были. Вот. И после обучения я стала все больше и больше понимать то, что я слышу еще извне. То есть я это стала не просто слышать, я это стала моментально, оно почему-то как-то стало, знаешь, применяться, применяться, применяться. И тут ситуации пошли, которые стали показывать, что я на правильном пути, что я, как я, проверки были, как я воспринимаю информацию теперь по-новому. То есть я прошла за это время, ну, в общем, максимум, вот
Я так думаю, что Вселенная мне дала максимум прохода, чтобы я утвердилась в том знании, которое я получила, допустим, вот в начале от тебя. Вот. То есть вот как-то так. И сейчас, наконец-таки, прошло вот уже сколько времени, я теперь поняла, чем я хочу заниматься, что у меня лучше всего получается, и каким образом я это теперь делаю. И еще теперь это стало еще в монетном эквиваленте происходить, что для меня тоже очень ценно. Вот, потому что появилась ценность себя, ценность своих знаний, которые я приобрела. Ну вот. Как... Ты тоже решила все-таки пойти заняться психологией, правильно? Да, я понимаю. Подожди, сейчас у меня наушник отключился, я их поменяю. Раз у нас такая тема пошла, не да, выдержал, давай. Видимо, наши наушники. Угу. Давай, слышу. А я говорю, ты все-таки решила пойти психологией заниматься. Правильно понимаю? Да, я пошла сюда, потому что я пробовала за это время себя еще в кое-каких направлениях, но все-таки опыт — это хорошо, но то, чего хочет душа, это для меня важнее. Да, это самое важное на самом деле, и то, что начало монетизироваться, это тоже говорит, ну, о многом. Говорит о том, что ты все-таки в верном и правильном направлении идешь, а не просто так. Да, потому что до этого это было хобби, это было мое любимое занятие, это было, ну, как бы с подружками на кухне, да, как это ассоциируется, там это все было, и причем это было очень много времени, но мне это доставляло всегда удовольствие, то есть это я не напрягаясь, я вообще, а когда это стало уже, когда я структурировала у себя все-все по полочкам, как это делается, то есть, да, я уже стала ценность этому придавать очень такую, как бы, серьезную. Вот, очень важно понимать, познавать вообще именно ценность. Именно ценность абсолютно любых мелочей даже. Нас, к сожалению, этому не учили. В нашем обществе, наверное, даже как-то не принято придавать значение и ценность даже каким-то мелочам. Я и сама всю свою жизнь прожила, не придавая ценность вообще ничему практически. Да, там есть, ну, здорово, жизнь течет, и ладно, как говорится, день прошел, и ладно, вроде как ты там, да, действуешь, делаешь, но значение ценности не придаешь. А вот когда уже ты понимаешь, насколько это ценно, насколько ценны твои знания, насколько ценен весь твой опыт, который есть, да, насколько ценна ты сама в первую очередь, твое развитие и твои желания, и вот тогда уже душа, она раскрывается, и вот тогда вот она душа и направляет тебя уже, и ты начинаешь идти по тому пути, который действительно твой. И вот когда мы уже начинаем уметь ценить, именно ценности, значения придавать. Вот это очень важно, понимать ценность. А вообще все, да, гонятся за целями разными. А что такое цель каждого человека? Познать ценность себя в этом теле. Свою ценность именно. Ценность всего, что есть в твоем теле, в твоей душе, в твоем разуме. Вот это вот, ну, наиважнейшая цель. Вот, я очень рада всем твоим переменам, я рада, когда я у тебя в сторис, вот, не так давно же ты выставила, что ты уже начинаешь в этом направлении действительно работать, я очень обрадовалась, я тогда тебе там что-то и написала, я действительно благодарю, что ты пошла по этому пути, потому что я действительно не зря тебе предложила, скорее всего, это обучение, оно же как-то интуитивно пришло предложить тебе, и... Мы все являемся все равно друг другу проводники, где-то вот я явилась, да, на этом пути, может, пенделем каким-то, проводником каким-то. Ну, то есть Бог привел меня, это не я, да. Ну и никто из девочек не пошел по этому пути, много кто отучился, и я очень порадовалась, что хоть кто-то взял эти знания, и действительно, ведь просто так мы не учимся ничему, ведь просто так мы ничего не делаем, мы никуда просто так не попадаем. Ну, кто-то готов сейчас, кто-то попозже, и я рада, что ты уже вот готова, и что ты пошла в этом направлении, и глаза твои светились в сторис, и сейчас светятся от того, что ты в это пошла, я рада, действительно. Ну да. Вот для себя тоже радость, когда ты находишь, действительно, выщелкивает у тебя
как бы именно тот факт, чем ты занимаешься, ну, чем ты хочешь заниматься, то это тоже кайф просто. Это столько энергии прибавляется. Ты просто как будто у себя открываешь какие-то окна внутри себя закрытые, да? А сейчас ты раз их открыла, и у тебя и пошло. И потом раз такое монетизирование, раз еще во что-то. Думаешь, о, как круто, вообще как. Так что я благодарю тебя за то, что ты когда-то обратила на меня внимание и направила меня. Ну, все, нас ведут, и, как говорится, Бог направил. Да, да, так что... Благодарность я думаю, туда. Да, я благодарю, правда, действительно, потому что ты, ну как, ты настолько покопала там, где надо было покопать, что это все привело к тому, что сейчас имеет. Ну, по поводу жесткости, ты знаешь, я со всеми так работаю, на самом деле, во всех моих проектах, не все выдерживают, кто-то уходит, кто-то остается, кто-то уже несколько лет в этой жесткости и приходят дальше в эту жесткость, и отзывы также мне и пишут, что с тобой по-другому не получится, но выворачиваешь и вытаскиваешь то, что нужно, как бы. Ну, наверное, я и к себе так отношусь, и со мной, наверное, терапевты работали благодаря таким терапевтам, которые не сюсюкались, не нянчились со мной, да, там, ой, я тебя понимаю, и давай вместе поплачем. Ну, что с этим? Ну, поплакали вместе, а дальше-то что? А дальше ничего, и я тоже могу посидеть, поплакать чуть-чуть, но все-таки дальше мы пойдем работать. И здесь, наверное, подход у меня все-таки, ну, такой, со всеми у меня такой подход. Ну, и про индивидуальный подход здесь, да, потому что я не вижу смысла вообще работать по-другому с людьми, там, и приглашать на проекты по 1000 человек и просто дать им задание, а дальше что? Ну, как бы... Немножко так мне не нравится работать, и я поэтому не люблю много количества людей на проектах, но зато мы работаем, и работаем активно, есть результаты. Ну, я думаю, каждому человеку он приходит только к тому проводнику, который ему резонирует, да? То есть кто с ним выдерживает. Вот, допустим, я, хоть это было и нелегко, но я осталась. Я могла бы, я за это не заплатила, я могла бы уйти, то есть повернуться и сказать, все, это не мое. Но в силу того, что, видимо, было очень сильное внутреннее желание разобраться в этом, я осталась. Я готова уже, видимо, к этому времени. Да, 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 результат как бы, я рада результату. Ну, я рада, что ты и дальше, я вот там, ну, наблюдала, действительно, мы с тобой общались все равно этот год периодически, что ты и дальше там обучалась у кого-то, у других, и действительно это важно, нужно обучаться не у одного человека, а у разных, и я всегда рекомендую ходить к разным, потому что каждый дает по-своему, и все равно, идя к другому человеку, ты получаешь что-то большее. В любом случае. И поэтому это очень здорово, что ты и дальше, как бы и у других, вот это тоже очень классно. Да, мы расширяемся, все время расширяемся, потому что меняется наша энергия, да, меняемся мы, и да? Меняется человек, у которого мы это все можем как бы почерпать. Угу. Так что вот ты там тоже какой-то сейчас вот свой проект запускаешь, да? Да, я сейчас собираюсь запустить, ну, второй поток уже этого проекта. Обычно я провожу один раз проект и потом какой-то новый делаю. А этот проект получился очень ресурсный. Вот мы весь апрель с девочками работали. И тоже вот прям очень глубоко, очень хорошо. И у девчонок прям перемены классные, крутые. Я тоже очень рада. И как-то вот мне захотелось провести еще раз этот проект. Но уже мы 4 недели работали. Теперь я там добавила 2 дополнительные недели. Мы подольше поработаем с родом, не одну неделю, а 2 недели, потому что вот работа с родом — это очень важная тема, важная для каждого человека, даже который, ну, не идет дальше в развитии, все равно нужно посмотреть вопросы рода, посмотреть вопросы отношений с родом, с родителями, с предками, какую-то дань уважения к своим предкам, да, оказать с помощью каких-то там ритуалов, еще каких-то моментов. И вот я это все как бы даю на проекте. Одной недели было мало. Вот я решила сделать 2 недели работы с родом и добавить отдельно. Мы там между делом работали с тенями, но здесь я решила одну неделю отдельно конкретно работу с тенью сделать. Ну, там определенные задания. Вот, и поэтому добавилась... как бы время проекта увеличилось, и остальные у нас неделя на проекте посвящена, там, одна неделя женской гармонии, душе, то есть, а другая неделя у нас еще будет посвящена силе духа, мужской энергии, так как
И вот сегодняшний, да, эфир мы с тобой решили посвятить теме как раз гармонии инь и янь, как раз вот гармонии души и духа, и мы сегодня еще об этом поговорим. Вот, и это очень важно, действительно, для каждого человека, чтобы и душа, и дух были проявлены и были в гармонии, не просто проявлены. Они, на самом деле, бывают часто проявлены у кого-то, но там бывает есть дисбаланс, перекос либо в одну, либо в другую сторону. А важно, конечно, идти к гармоничности, к балансу. Согласна с тобой на 100%. Да. Да. Вот. Я у тебя хотела спросить, как ты понимаешь, что такое гармония инь-янь? Что это для тебя? В силу того, что я уже как бы, да, тоже не просто понаслышке, а уже на своем опыте что-то могу сказать, я поняла, что гармония инь-янь для меня – это мужское и женское внутри тебя, которое дружит между собой. Потому что, когда я пришла к тебе на проект, мы вытаскивали карты, да, макарты. И мой мужчина, он вышел абсолютно ботаник, такой худой, с такими ножками. Ты помнишь эту фотографию, наверное, я имею в виду? Да-да-да. Вот, и тогда я ужаснулась, я подумала, вот это да, вот это как бы, это здравствуйте, это что, мой мужчина вообще, получается, там, отсутствует в этом мире, да? И я стала ориентироваться на его образ, да, и дальше вот нарабатывать какие-то в себе качества, которые бы его развивали, да, вот, ну и как бы вот я пришла к тому, что когда у меня внутри мужчина мой внутренний, с моей внутренней женщиной начинает дружить, то есть гармонизироваться, да, вот, то есть проявляться женщина в женский аспект, мужчина в мужской аспект, и причем это должно подкрепляться всегда действием, потому что просто сидеть и думать, что я взрастила своего мужчину и женщину, это нет смысла. Вот, тогда я стала замечать, что мой мужчина, он как бы растет, и он начинает уже слышать свою женщину, и женщина это начинает его слышать. А внешние факторы это еще и показывают, потому что в семье это очень легко проверить, когда ты смотришь на своего партнера, и ты видишь, какие перемены в тебе происходят, как ты им проявляешься, как проявляется он, то есть как бы вот для меня вот это, вот. Что ты можешь сказать? На самом деле, правильно ты сказала про внешнее, да, то, что внутреннее проявление внешнего. В нас, в каждом из нас есть вот эта вот мужская часть и женская, инь и янь. Что такое инь? Это наша женская энергия, женская часть, это наша мягкость, это наша принимающая сторона, пассивная сторона, это наша душа, и это наша внутренняя женщина. Что такое янь? Это мужская энергия, это наша... ну плюс еще инь — это мама, а янь — это папа, начнем с этого, да? И это наши мужчина и женщина. И вот это отражение наши внутренние мужчины и женщины, наши мама и папа — это отражение наших внешних мужчин и женщин, то есть наших внешнего партнера, нашего мужа, да, или если это мужчина, то его женщины. И когда мы работаем как раз-таки над своим внутренним состоянием, над своей внутренней гармонией, это обязательно отражается в наших внешних отношениях. И обязательно там, по велению, как говорится, волшебной палочки, происходят перемены, изменения. Но, естественно, это не волшебная палочка, это твой большой труд работы над собой, это огромный вклад в себя, твоего времени, твоего внимания. И вот эти все твои внутренние трансформации, они обязательно будут отражаться во внешних отношениях. И это не обязательно только с мужем, это с любыми мужчинами и с любыми женщинами, там, с подругами, с сестрами, просто там, да, соседи, коллеги. Вот с любыми людьми будут идти перемены в отношениях именно. Кто-то, конечно, будет уходить, приходить, потому что ты там в корне изменилась, там, ну, допустим, перерождение произошло, да, там умер старый твой внутренний мужчина, и тут родился новый уже, дух такой появился. Естественно, могут какие-то люди отойти на этом фоне и прийти новые люди уже с вот таким сильным духом, да, или там с сильной душой. Вот. Ну, если брать вот прямо, что такое инь и янь, то это
темное плюс светлое, да, это вот как раз-таки гармония темного со светлым, скажем так, любовь с тенью еще это можно назвать, свет – это любовь, темное – это тень, и вот как раз-таки как мы приходим к гармонии, когда у нас начинается любовь с нашими тенями, с тенями, с нашими темными сторонами, с нашей как раз-таки болью. Ну, кто как называет, да, там кто-то гноем это называет, кто это ранами это называет, кто-то травмами это называет. Каждый по-своему, но вот это вот как раз, когда у вас наступает любовь, то есть что такое, да, любовь в этом случае, когда вы туда направляете внимание, в эту свою боль, когда вы в эту рану идете, направляете внимание и работаете с этой раной, вы работаете с принятием, что да, у меня есть эта боль, вы признаете себе в первую очередь, что у меня есть там какие-то внутри какахи, что у меня есть недостатки, что я не просто там классно хорошая девочка, такая вся белая, пушистая, молодец, там, или мальчик, да, а что, да, действительно, я там имею какие-то недостатки. Я, например, вот вчера у меня тут разговор один произошел по поводу того, что мы на самом деле бессознательно, неосознанно очень многим людям желаем смерти. Это происходит неосознанно. И когда у нас есть вот такое вот в подсознании, мы пытаемся, допустим, тому, кому мы желаем смерти, мы уже как бы неосознанно пытаемся спасать этого человека, пытаемся что-то делать этому человеку. И причем спасательство может выражаться по-разному. Кто-то просто выводит на конфликт постоянного этого человека, то есть оживляя его, скажем так, выводя его на чувства, на эмоции, он его оживляет, чтобы тот не умер. Но подсознательно оказалось, что человек желает ему смерти, потому что ну, там, надоел по многим причинам этот человек. И вот признайтесь в этом, человек себе не может. Как это я могу желать смерти? Я же белая, пушистая, я такая вся хорошая, правильная девочка. У меня же столько принципов морали, она мне говорит. Надо же жить по принципам морали. Как это так? Там, у человека, допустим, может ну, на этом мозг сломаться, да, там сам начинает, как это вообще? А на самом деле каждый человек кому-то желает смерти. И это как одна из наших теней, да, признать эту тень, что да, я могу желать смерти, да, я имею право желать смерти. Что в этом такого? Ну, вот так сейчас получилось, что да, я ему желаю смерти. Что я сейчас могу сделать, чтобы перестать желать ему смерти? Включить любовь. Любовь к этой тени, во-первых, принять, признать этот момент, и плюс включить любовь через эту тень уже к тому человеку, которому ты желаешь смерти, неосознанно. Вот, и вот это вот важные моменты – принимать свои недостатки. Что такое гармония инь-янь? Это целое. Видели, наверное, вот этот символ, да, когда в круге разделено наполовину черное, там наполовинку белое и с точечками в центре каждого. Вот это символ гармонии инь и янь. А что это образует? Это образует целый круг. И вот чтобы был вот этот целый круг в нас, нам нужно принимать все свои части, вот какие бы они ни были. Если, допустим, смотреть по архетипам, по ролям, да, например, в нас есть... недотрога, но при этом в каждом из нас есть шлюха. Да. И нам нужно принимать не только эту недотрогу, всю такую белую, опять-таки, пушистую, хорошую девочку, а нам еще в себе и шлюху надо принять, которая может быть расчетливой, меркантильной, которая может себя продать, сказать, я вот столько стою. Или, допустим, если ты хочешь меня, там, ну, купи мне шубу, да? Ну, так вот. А почему бы и нет? И нужно уметь принимать эти части себя, не грызть себя потом и не винить себя, что это я у него так много попросила, целую шубу, а просто принять, что я имею право на эту шубу. Я до такой степени цена, что я там за одну ночь с мужчиной имею право получить от него какую-то дорогую шубу. Ну, так это вот, ну, образно, скажем, выражаясь, да. Вот принимать каждую часть, чтобы быть целыми. Что такое счастье, да, если тоже брать? То это жить с частями, со всеми частями себя, быть целой. И вот счастливых людей, гармоничных, на самом деле, к сожалению, не так-то и много. И, наверное, я, ну,
из моих наблюдений не так-то и много, потому что нет внимания в этом направлении. Нет внимания именно направить все свое внимание, чтобы стать гармоничной, да, нет внимания, потому что в ежедневной какой-то суете и спешке мы забываем о том, что такое счастье, что можно быть счастливым. Ой, простите. Бывает. Куда-то я тут нажала. Вот. Нет, я тебя вижу хорошо, все слышу тоже хорошо. Подожди, у меня тут что-то. Так, вот, и это моя жестикуляция. Эмоционально. Вот, и важно быть со всеми своими частями. Важно, чтобы вот произошла эта гармония, направлять туда внимание все-таки. Хотя бы, если не каждый день, хотя бы там раз в неделю направить внимание на то, что насколько я сейчас гармонична, насколько я сейчас в моменте здесь и сейчас, что такое гармония вообще, и как прийти к гармонии, да, если брать этот момент, то это расслабление. Это полностью твое расслабленное состояние, когда у тебя нет напряжения ни в голове, ни в уме, ум спокоен, то есть, да, он не бегает, он не переживает, не тревожится, он просто спокоен сейчас, успокоился, расслаблен и отдыхает. Когда твое тело расслаблено, ушло все с тела напряжение, когда твое сердце, оно расслаблено, оно не закрылось, потому что ему страшно, оно не закрылось, потому что оно пытается там от чего-то или от кого-то защититься, оно просто открыто сейчас. И очень важно создавать вот эти вот, вот это состояние гармонии себе самим. Многие ли люди это делают? Мне кажется, очень... Ну, перед тобой сидит индивид, да, так называемый, который, видишь, как бы пошел той же самой дорогой, что и ты, только как бы, ну, чуть-чуть по-другому, да, пути в плане того, что не с тобой мы взаимодействовали в этом плане. Ну, я могу сказать для себя, что, допустим, женщина для меня гармонична только тогда, когда она приняла все свои действительно теневые стороны, все свои части, как говорят, от шлюхи к королеве, да? То есть пока ты не принимаешь себя самую-самую осужденную, которую нас осуждают, да, то есть общество осудило когда-то это, да? Общество осудило и сказало, что женщина в этой ипостаси, она грязная, она нехорошая, да? А получается, что когда ты действительно смотришь туда, принимая то, что и ты такая, ну, ты одинаковая со всеми женщинами, да, то в тебе происходит вот это вот внутри трансформация, то есть вина уходит, да, ты понимаешь, что ты ни в чем не виновата, ты уже как бы, как мне нравится фраза, ты святая женщина, не от того, что ты там святая по Богу, да, что ты свет несешь. Ты от рождения несешь этот свет, все, в априори тебе прощается все, вот, и внутри себя, самое важное женщинам, это внутри себя простить, себя в первую очередь, за то, что она может быть и такой, и такой, и такой, разной, то есть, и заключается весь спектр женщины, это в ролях, которых ты сказала, да, которые роли у нас существуют, и нельзя зацикливаться правильно на одной роли, надо в течение дня примерять эти роли к себе разные, что ты можешь быть и матерью, и женой, и подругой, и жесткой, и мягкой, и королевой, допустим, и золушкой, и там, ну, там разных архетипов много, да, вот, поэтому важно следить за собой, как бы, да, не идти там на автомате, а именно включать какого-то внутреннего наблюдателя и играться, мне нравится играть. Каждый день, когда ты и такая, и такая, и такая, ты разная. И самое, что важное, мужчине-то интересно, когда ты разная. Ему не интересно, когда ты в одной роли застряла и сидишь. Вот. Именно так. А что мужчине от женщины нужно? Ему нужен интерес. На самом деле. Катюш, здравствуй. Здравствуйте всем, да. Мужчине от женщины нужен интерес, чтобы ему было интересно, не скучно, что вот он пришел домой, там она вся запыхавшаяся, уставшая, уже настирала, накушать, наготовила и прочее, прочее. Нет. Пусть она один день там настирается и наготовит, а второй день она там встречает уже в роли любовницы, на третий день еще там, да. И тогда ему будет интересно приходить вовремя домой, тогда он не будет зависать в этих гаджетах там, да, или залеживаться на диване. Тогда ему будет интересно там куда-то вместе
вместе с ней пойти, тогда ему будет интересно. Ему будет интересно показать ее своим друзьям, там вывести в свет. Мужчины же любят это делать на самом-то деле, но очень многие жалуются, что они, что их мужья это не делают. Ну, потому что сами застряли в одном. Правильно, если женщина застряла в роли мамы, мамы причем для своего мужа, вот, то такую женщину, естественно, подсознательно мужчина не хочет выводить так часто и вообще. Мама. Ему достаточно. И самое, что вот важное, я поняла для себя, что мы все, наверное, по крайней мере, я это вижу, что мы все виним их в чем-то постоянно. А на самом деле получается, что когда ты занимаешься собой, с внутренним своим как бы развитием, да, и понимаешь, откуда ноги растут, то, в принципе, и мужика ты винить не за что. Вот просто не за что. Потому что ты транслируешь это, ты получаешь, то излучаешь, то и получаешь. Поэтому я вообще призываю как бы ко всем девушкам, женщинам это заглядывать внутрь себя и работать прежде всего с собой, а потом уже отношения, они формируются из того, что уже ты транслируешь. Вот. Да, но и... Я еще хотела сказать, что женщина дающая, вот, она дает мужчине энергию, она его питает, и если его не питать и... Не, то, что ты, опять же, чем ты питаешься, что у тебя в голове, ты, тем ты и питаешься, да, то есть тем ты кормишь своего мужчину. И если ты в голове у себя навела порядок и понимаешь, что как, то, в принципе, мужчину ты будешь питать как надо. То есть он тебе будет приносить все в дом, все, что ты хочешь. Ну, вот да. Это мой опыт. Да, 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 я согласна. Женщина питает, дает энергию мужчине, дает энергию чувствами своими, тем, что она чувствует. А наши чувства рождаются на основе наших мыслей. И вот то, что мы думаем, то мы и чувствуем. Поэтому очень важно менять свои мысли, мышление свое, да, мыслеформы, менять их на позитивное. То есть все равно вот эта тема позитивного мышления, хоть сейчас и некоторые ругают эту тему, оно все равно работает на самом деле. Один момент. Второй момент. Что такое гармоничная женщина? Это та женщина, которая в контакте со своими чувствами. То есть она проживает. Вот тут вопрос у нас-то был, Арис, где брать энергию на это, на все? Вот. Ты как раз к этой теме сейчас рассказываешь. Да, где брать энергию? По поводу чувств, как раз-таки, да, где брать энергию? Берем энергию от того, что, ну, сейчас немножко позже, это про самодостаточную женщину, где брать энергию, наверное, больше об этом. А про чувства, если, то очень важно проживать постоянно, каждый день свои чувства, каждый миг проживать все свои чувства. То есть вот этот вопрос, что я чувствую сейчас, он у каждой женщины должен быть на повестке дня каждый хотя бы час. Если там не каждые 5 минут, каждую секунду вы не можете это делать, вам ваши мысли, как всегда, где-то спешат, куда-то бегут, и либо они застряли вообще в прошлом, эти мысли, либо они где-то в будущем уже гуляют, мечты, или еще какие-то, да, там кучу целей себе понаставила, и ни одну не могу достичь, и все, я плохая, я нехорошая. Вот это вот состояние, когда вас нет в моменте здесь и сейчас, оно забирает у нас энергию. Если вопрос вот. Энергии. Начнем с этого, да. Это первое, что забирает у нас энергию. Когда мы где-то, наш ум не спокоен, когда мы в постоянной спешке. Ну и когда наш ум не спокоен в спешке, когда мы кому-то что-то доказываем. Я в последнее что-то время, у меня куча дел было разных, много. Я думала, просто дела накопились. Позавчера поймала себя на мысли, что, оказывается, я кому-то там пытаюсь что-то доказать. Или так кому-то что-то должна, это другая сторона была. Причем, оказывается, стольким людям зачем-то я внутри себя решила, что я должна, и я себе устроила день тюленя. Вообще сказала, все, никому я ничего не должна, у меня сегодня выходной. Я ничего абсолютно не делала. Отдыхала. Я устроила себе расслабление, то есть я поняла, что я вообще пошла в какое-то состояние дисгармонии, причем я сама это пронаблюдала, никто мне не отразил там, никто мне не высказал ничего. Я понимаю, что внутри меня что-то происходит, и я вернула себя здесь и сейчас. Хотя вот где-то, наверное, неделю вот этот дисбаланс продолжался, потому что маме что-то много от меня надо было в этот период, ребенку что-то, там еще брат, ну что-то как-то вот все что-то от меня хотели, я понимала,
понимаю, что я этому что-то не доделала так, как все сразу хотят, а другому из того, что... Но это же вопрос еще личных границ где-то, да, правда? Этот вопрос, он все равно возникает, когда мы в отношениях, когда с нами всегда много рядом людей, большая семья, вот у меня, например, просто большая семья, и здесь, хоть ты осознан, насколько бы ты ни был осознан, все равно вопрос личных границ, он постоянный, постоянно им говорить «нет», это тоже не получится, все равно ты где-то говоришь «да», где-то ты там еще что-то. Вот, и, ну, это человеческие отношения в любом случае. Но вот очень важно в этом моменте проживать чувства здесь и сейчас, себя возвращать периодически. А я забывала... Да, это... если тебя накрыло, да, какое-то чувство, ты про себя его хотя бы проживи, да? Я вроде накрывает, когда проживаю, но меня ничего не накрывало. Так-то все неплохо, но все равно вот эта спешка внутри образовалась. Напряжение, я бы сказала, даже напряжение, скорее всего, было. Да, я понимаю, что я могу вроде как сесть отдохнуть, но я себе не разрешаю. Подожди, а что ты села отдыхать сейчас? Возьми вот это сделай, пока ты там отдыхаешь, да, допустим. Возьми еще что-то сделай. Нехило тебя твоя семья прокачивает. Я понимаю, что я вылетела, потом такая думаю, нет, стоп, всем до свидания, всем нет. Я сегодня отдыхаю, я сегодня убираю спешку, убрала все доказательства, и вот уже третий день кайфую. А вот очень важно убрать самим это напряжение. Никто за вас это не сделает. Как чаще всего, ведь, да, ты сказала про обвинение, мы обвиняем мужа, да? Мы начинаем же обвинять других. Вот из-за тебя я там не успеваю отдохнуть, из-за того, что ты там... Я тоже могла бы сказать брату там высказать, маме там высказать, там сыну высказать, что вы меня все достали, вы все сволочи, не даете мне отдохнуть. Но я села, поняла, что это мои проблемы, что это моя все-таки там, да, какая-то реакция. И просто посадила себя отдыхать, никому ничего не сказав. Но я сейчас так могу делать. Раньше я обвиняла. Почему я вот про вину еще хотела проговорить? А почему мы обвиняем других? Мы всегда будем обвинять других, когда мы виним себя в чем-то. И вот когда вы работаете с чувством вины у себя, когда вы его у себя брали, когда вы перестаете винить себя, да, вообще за любые мелочи или за что-то крупное, когда вот ты правильно сказала, да, когда мы простили себя за все, тогда мы не виним ни себя, ни других, мы просто уже в осознанности взяли, просто поменяли все молча, спокойно и пошли дальше. Мы у себя убрали напряжение, никого не напрягаем. И тогда вот как раз-таки, вот когда мы вот так вот умеем, у нас тогда складываются гармоничные отношения. Когда мы вот так живем, конечно, каждый день по возможности, но каждый день, на самом деле, жизнь, она интересная штука, не получается в любом случае. Но хотя бы ты, когда раз в неделю ты говоришь, что так, мне сегодня нужен день расслабления, мне сегодня нужен день гармонии. Я как-то встречалась с парнем, он меня сразу предупредил. Мне, говорит, один день в неделю нужен, когда я не выхожу из дома, ни с кем не разговариваю по телефону, меня никто не трогает. Это, причем, ну, у него своя фирма строительная была, это, говорит, ну, там рабочий день он какой-то назвал, сейчас не помню, среда или четверг. Меня, говорит, даже с работы никто не дергает. Он меня предупредил как бы. Вот когда мы умеем вот так, да, там, устроить себе выходной день, когда хотим, когда нам это нужно, и когда у нас раз в неделю. Тогда мы будем всегда наполнены. Когда мы умеем сами себя наполнять. Мы не берем у кого-то эту энергию, когда у нас ее нет. Мы не вампирим ее, да, мы берем ее. Мы не берем кому-то, а мы просто взяли, там, не знаю, кто-то сидит целый день, может, в игры играет, если это мужчин брать, да? Ну и девчонки некоторые, я смотрю, в игры играют, там, компьютерные. У кого-то это сериалы. Кому-то это, ну, набухаться. Ну, тоже способ у каждого... Ну, кто наполняется по-своему, да? Да, поэтому вот разрешить себе вот этот... А я сейчас прямо осознанно разрешаю себе это делать. Я сейчас прямо осознанно разрешаю себе быть плохой девочкой. Допустим, либо где-то кому-то что-то отказать, и я себя прям хвалю, что ты сейчас была плохой девочкой. Я принимаю тебя, моя плохая часть, что я умею говорить «нет», даже когда человеку очень сильно было нужно. Или, например, я могу там, я редко употребляю алкоголь, но я прям себе говорю, что я сегодня хочу быть плохой девочкой и выпить алкоголь. Вот я прямо, и это очень важно оказывается, это тоже оказывается очень наполняет. Раньше я просто это делала, эти вещи неосознанно, да, я не проговаривала, что я сейчас принимаю свою плохую сторону. Когда я начала говорить, что я сейчас принимаю свою плохую сторону, я сейчас специально плохая девочка, вот тогда, потому что все равно мы по жизни хорошими девочками являемся.
по большей части, потому что так принято в нашем обществе, и ты все равно, ну, сильно отличиться и куда-то там что-то, да, ты можешь быть собой, но в любом случае ты большую часть своей жизни являешься хорошим таким, добропорядочным человеком. И вот очень разрешать вот эти всякие плохие штуки себе и прямо проговаривать своему мозгу. Это нашему мозгу очень важно фиксировать такие моменты. И вот тогда вот как раз-таки мы становимся своей частью, да, целыми. И вот этот принимаем вот ее, да? Да, спокойствие. Тогда появляется энергия в этот момент. Она очень сильна. У нас энергии очень много сидит вот как раз-таки в этой нашей боли, в нашей какой-то травме, в нашей какой-то вот этой вот темной части, в каких-то наших недостатках. Там очень много ресурса, там очень много энергии. И есть люди, есть женщины особенно, вообще страдают от нехватки энергии. У нас нет энергии, они жалуются. Мы там быстро устаем, мы не можем там с детьми что-то делать. Я постоянно только там, допустим, ну, могу что-то дома типа приготовить и зависая на сериалах. У меня нет энергии. Почему нет энергии? Потому что не выражает чувства. Она не проживает чувства. Она не разрешает себе эмоции эти выражать. Да? Она считает, что если она эмоциональна, то она истеричная почему-то. Там многие женщины так считают. Ну и в нашем обществе я так наблюдаю, что типа если человек эмоционировал, сразу типа она истеричка. Кто сказал, что она истеричка? Она просто выражает искренне свои чувства и эмоции, как есть. В моменте. Да, в моменте. С истеризмом это вообще никак не связано. Вообще. И вот важно выражать эти чувства и эмоции и детям, и мужу, и родителям, и соседям, если это нужно, и в магазине. Я раньше себе не разрешала. А сейчас, если мне что-то не понравилось, как у нас в магазинах, я не знаю, как у вас, а у нас вечно ценники не те. Раньше я молча дальше тоже покупала такое эти продукты, а сейчас я выскажу сначала, и потом специально демонстративно оставляю эти продукты. Потому что, ну, сфига ли вы мне врете постоянно? Если бы это было там 1-2 раза в месяц, фиг с ним. А когда, блин, каждый день одно и то же, уже... Ну, наверное, ты это по настроению тоже делаешь, да? Когда у тебя, смотря какое настроение, иногда ты пройдешь мимо. Нет, но я все равно оставляю. Я теперь говорю, не покупаю все. Я смотрю, многие начали сейчас так делать, а раньше покупали все. И это не потому, что у меня там денег нет, да, а потому что меня обманывают. И мне не хочется быть обманутой, если честно. Вот терпеть не могу, когда люди врут. И про энергию, да, если еще взять момент. А почему у нас нет энергии? Потому что мы врем себе. Потому что мы очень сильно обманываем себя, очень во многом, и нас обманывают, потому что мы врём сами себе. Почему кто-то там нас где-то обманул? Почему дети обманывают? Многие жалуются, что мой ребенок меня постоянно обманывает. А посмотри внутрь себя, где ты сама себя постоянно обманываешь. Допустим, да, говоришь, что я там зарплаты куплю себе новое платьишко, а потом пошла и взяла, купила ребенку новое платьишко, 150-е. И ты обманула себя. Ну и так вот, ну, в любых мелочах и крупных вещах. Чем чаще вы себя обманываете, тем больше будут вас обманывать. И здесь очень важно. И это тоже застой энергии. Это очень сильный застой энергии. И у нас ее не будет. Она будет внутри там превращаться, наша энергия, в что-то очень темное. И пока вот вы не вытащите и не скажете: все, стоп, я больше себя не обманываю, я теперь честна с собой. Если я сказала вот так, значит вот так. И тогда не будет застоя энергии, тогда энергии будет очень много, и желаний появится. Почему у нас сейчас многие жалуются на отсутствие желаний, на отсутствие целей? Особенно сейчас в момент самоизоляции у многих произошла эта тема. Просто ушли вот эти вот все желания и цели. Потому что идет застой энергии, потому что энергия внутри пошла у многих в негатив, многие начали осуждать, кто правительство, кто государство, кто еще кого, вместо того, чтобы там, ну, либо поработать над собой, либо почитать книжки, да, этот месяц, и действительно отдохнуть. Самоизоляция, как Хакамада вчера сказала на прямом эфире, закончится через несколько дней, насладитесь отдыхом, больше ничего не будет.
Вот, вместо того, чтобы насладиться действительно, да, там, общением с родственниками и прочими, мы пошли все в негатив. Ну, многие, по крайней мере, да, и я, например, это время посвятила обучению, много обучений прошла. Ну, ты знаешь, наверное, все-таки вокруг нас, кто, допустим, думает по-другому, вокруг меня таких и нет людей, которые бы в негатив бы уходили. То есть, да, вот как бы, я не знаю таких, они, наверное, есть, но я таких не знаю. Ну, вокруг меня тоже нет, но долетают как бы слухи, ты же общаешься, что там у кого это, у кого-то то. А как бы на самом деле все равно основной массе очень тяжело пришлось в любом случае. Ну, у многих просто произошел застой. Потому что, почему еще произошел сейчас застой? Потому что стабильность вот эта вот ничего не делания, она приводит к тому, что мы начинаем стыдиться, да, как я могу лежать и ничего не делать, мне стыдно лежать, ничего не делать. И опять, если к вопросу энергии возвращаться, то когда нам стыдно, тогда у нас и происходит застой. Почему застой? Потому что очень... И мы теряем еще. Да, и у нас вообще тема стыда, конечно, очень проявлена в России, и поэтому у нас еще очень с энергией большие вопросы возникают. Когда у нас появляется энергия? Я вчера выкладывала пост по поводу, кто такая самодостаточная и кто такая гармоничная женщина, да? Вот, и женщина, чтобы быть гармоничной, ей очень важно быть самодостаточной. И у самодостаточной женщины всегда будет очень много энергии. Что такое самодостаточная женщина? Это женщина, которая сама может быть ответственной за себя, в первую очередь, да? Она... Признанная самой собой, да. Да, признанная, она цена самой себе, она верит сама в себя. Ей не нужно искать кого-то извне, кто в нее поверит. Она сама до глубины души верит в себя, верит в то, что она сможет справиться, и верит в то, что, что бы она ни делала, все это проявление сейчас важное и нужное для нее, каким бы оно ни было. Вот, и самодостаточная женщина – это та женщина, которая умеет сама себя обеспечить. Вот это тоже очень важный момент. И на прошлой неделе я проводила консультацию, и мне клиентка жалуется, что мужчина приходит к ней в гости с пустыми руками. Там, я хочу шоколадку, а он мне ее не купил. Я говорю, а ты попросила? Нет, не попросила. Я говорю, ну, может, уже ну, стоит сказать, во-первых, да, откуда он знает, чего ты хочешь, надо тебе что-то или нет. Но он типа мне сразу сказал, что... Я не хочу, чтобы женщины там со мной встречались из-за денег, и поэтому ну, мало что можно будет от меня ожидать. Во-первых, он это проговорил с одной стороны, да, но с другой стороны, она сидит, ждет, что он принесет ей шоколадку. Она целый день ждала его и шоколадку, вместо того, чтобы сходить уже с утра и купить себе эту шоколадку. Я говорю, но мы можем постоянно сидеть и ждать от кого-то, что где-то кто-то тебе что-то принесет, даст. А можно пойти купить себе шоколадку. Вот когда ты сама себе научишься покупать там шоколадку, апельсины, она там еще говорила, ну, еще какие-то вот такие вот вещи. Цветы, мужчина... самый главный этот, когда ты, цветы не да, купил. Ты тут, не купил да. цветы. И тогда мужчина начнет бриллианты дарить. Мы все хотим, чтобы нам дарили бриллианты. А почему бриллианты дарят очень редким женщинам? И чаще всего их дарят самодостаточным женщинам. Когда мужчина знает, что она там себе сама может купить прокладки, шоколадку, всякую мелочь, что ему уже не надо так мелочиться. И, во-первых, ему не надо на мелочи зарабатывать, а надо уже заработать на что-то крупное. Это же вот здесь вот еще момент, да? Это, ну, опять-таки, брать гармоничные и самодостаточные женщины и гармоничные отношения. Женщинам делает мужчину мужчиной. Что такое женщина? Это душа, а мужчина – это дух. И вот проявление духа, чтобы в мужчине проявился дух, для этого женщина дает ему энергию. И если женщина не дает ему энергию, чтобы у него этот дух проявился, если она только пытается в себе этот дух проявлять, как чаще всего у нас происходит, то, естественно, этот мужчина не сможет много зарабатывать. И вот если вы хотите бриллианты, если вы хотите шубы, там, дома, квартиры, то научитесь быть самодостаточными сами. Сами себе обеспечить какой-то там небольшой достаток, да, для того, чтобы у мужчины была возможность на что-то большее. У мужчины тоже была возможность реализоваться, что-то сделать то и быть тем или в том, да, кем он хочет действительно, истинно. И вот когда к нам приходят большие деньги, когда мы в своем
находимся, когда мы идем по своему пути, тогда к нам приходит, и к мужчинам тоже. И вот это вот направление мужчине дает женщина, она дает энергию. Поэтому очень важно женщине быть в контакте со своими чувствами, чтобы быть в энергии. Да, в энергии. Вот это... Ну, еще и можно, я хочу добавить, что энергию же можно еще и извне взять, да, то есть это природа, это нахождение где-то, где ты можешь как бы себя вот напитать, то есть помимо того, что есть внутренние чувства, мы можем еще и вот таким образом подпитать себя. Но, это же внешнее питание, и оно не так много нам даст. Оно, либо... Да, да, но... Вот здесь вот, да, согласна, можно напитать внешними, но это будет ненадолго. Ну, мысли всегда забирают очень много сил, поэтому да, надо знать, о чем мы думаем. Ну, успокоить мысли. Прям нужно это делать каждый день. Дыхательные практики, да, допустим, там 7 секунд вдыхаем, 7 секунд выдыхаем. Либо 1 секунду вдыхаем и выдыхаем долго, 7 секунд, допустим, там, да, 10 секунд. Ну, у кого как получится, в принципе. Есть успокоить, хорошая медитация. Считаем от 1 до 50 и обратно от 50 до 1. Успокаивается хорошо. Либо можно лечь, начать смотреть на потолок и считаем до 200 раз. Тоже. А вечер тоже не успокаивает. Считать перед сном, если ты не можешь уснуть. То есть это для того, чтобы успокоить ум. Почему мы не можем уснуть? Потому что мысли бегают. Да, это вот, точно. Но у нас с тобой там времени не очень много. Мы еще с тобой хотели поговорить про род, да? Про род, да. Давай поговорим про род. Ну, давай начнем с тебя. Как ты вообще относишься к роду, наверное, да? А насколько нам важен наш род и нужно ли с ним работать? Вот хотела бы у тебя еще уточнить. Ну, я вообще придерживаюсь такого как бы мнения, да, ну, на данный момент оно у меня такое, что род, он, естественно, имеет место быть, но помочь мы ему можем, только меняя себя. Только таким образом. То есть это моя, чисто моя, как бы вот мое ощущение, у всех по-разному, это я так для себя решила, что если я сейчас буду в своей жизни менять свои программы рода, ну то есть вот эти программы, с которыми я пришла по линии, даже те болезни, которые идут по моей линии, да, грубо говоря, вот, если я буду менять эти программы в себе, значит, я эту цепочку просто закрою, что моим детям это уже будет гораздо проще, допустим, да? Вот. Насчет того, чтобы идти исцелять род, ну, я ничего об этом не знаю, в том плане, что я не вижу, как это происходит. То есть я могу знать, но я не вижу, как это происходит физически, допустим, да? Как это можно пощупать. Для меня это... И поэтому я предпочитаю туда сильно, вот лично я туда сильно пока не лезть. То есть, может, потому что у меня еще нет особых знаний по работе с родом, есть только поверхностные знания, да. Но для себя я решила так, что я буду менять в себе свои вот эти вот сценарии, программы родовые, да, то есть, и тем самым я просто помогу ему. Все, то есть для меня вот эта формула. Да, ты важный момент отметила, что ты помогаешь еще своим детям. Я на самом деле начала работать с родом, есть у меня определенные моменты, ну, допустим, я начала, вообще никогда не общалась с родственниками отца, а я начала с прошлого года с ними общаться, сейчас мы, ну, так хорошо общаемся, и там все одинокие. Там у меня есть тетки родные мои, несколько их, их много детей было. У меня дядя одинокий уже в возрасте, у меня две тетки абсолютно одинокие. До них еще там были, другие там двоюродные есть. У меня двоюродные сестры, ну все одинокие, все без мужей. У кого-то есть дети, у кого-то даже детей нет. А у теток и дяди детей даже нет. Да, вообще одинокие, как бы. И я понимаю, что, ну, я же тоже как бы не замужем, и у меня не складывались отношения с мужчинами толком никогда. В маминой стороне таких проблем особо нет. Когда привет, я... девчонки, привет. Привет всем. Когда я начала общаться с родственниками отца, я начала понимать, что тема одиночества у меня, скорее всего, ноги растут оттуда. Я начала там несколько поколений откопала, нашла там все записи себе сделала, кто как жил, что. Я понимаю, что там есть у нас родовые моменты.
Такой, например, есть момент, когда там одна из прабабушек повесилась, она была слепой в одиночестве, несмотря на то, что у нее было несколько дочерей, ни одна за ней не смотрела, и она уже просто от безвыходности повесилась в одиночестве. Ну и, естественно, мы сейчас это отрабатываем. Хотим мы этого или нет, мы это отрабатываем. Ну, естественно, если она закатила эту программу, которая идет. Да. Я понимаю, что мне надо работать с родом. Ну, я как бы с родителями там, да, работала с программами, убеждениями, да, я уже много лет со всем этим работаю, но какие-то там ритуалы, например, варить кашу роду, да, я никогда ничего не делала. Но я понимаю, что нужно что-то уже и поглубже начать там, ну, и другие какие-то вещи делать. Mm-hmm. И когда вот я начала делать... Вот эти вот ритуалы, они как бы довольно-таки безобидны, в принципе, да, но во время ритуалов там идет и информация, еще что-то я получаю, и я понимаю, что меняется, и не просто там меняется, там время я что-то увидела, нет, я внутри начала меняться, и я считаю, что вот благодаря только вот какой-то более глубокой уже начатой работе с родом, внутри у меня больше уверенность в себе появилась. У меня внутри больше как-то вот силы духа обретения. Я прям это чувствую, что именно когда я более глубоко начала работать с родом, я начала там... Ты стала чувствовать какую-то поддержку, да, как бы? Поддержку, да, я начала что-то вымаливать, я там молитвы читала для очищения рода. Я много там разных моментов обрядов делала. На проекте я, кстати, тоже это все даю, как это делать, если кому интересно, да. Вот, и я начала чувствовать совсем другое ощущение. И это действительно работает. И для чего я начала делать? Я и сестрам так сказала. Я говорю, может быть, сейчас нам что-то не получится изменить. Может, там мы не выйдем уже замуж. Кто его знает? Но я говорю, хотя бы я хочу, чтобы у моего сына была там счастливая жизнь, счастливое отношение. Чтобы там у моих внуков было в будущем все хорошо. Потому что, ну, я, например, не хотела бы, чтобы они вот так жили, как я, да, в одиночестве. Где-то там еще что-то. А все-таки... Что-то я хочу сделать именно для наших потомков, даже если... Один момент, да, что ты согласна с тем, что род все равно каким-то образом выбирает потомка, который, в конце концов, у него хватит на это силы и возможности прекратить какую-то определенную программу. Я не говорю, что все, но какую-то, допустим, одну в своей жизни человек готов как бы ее закрыть. Вот. Я согласна с этим, и я об этом не задумывалась. Я начала это все делать просто, и вот когда к тетке поехала, она мне прям поблагодарила, что я эту работу начала делать. Она там сама, я так поняла, но она не рассказала, конечно. Я так поняла, что она там что-то пытается тоже и молиться, и что-то делать. Она понимает, у нас идут родовые программы, потому что у нее вот два сына, но не очень счастливы в браке оба. Она говорит, я понимаю, что-то, что где-то идет, но я, говорит, не знаю. Она говорит, спасибо, что нашелся хоть кто-то в нашем роду, кто начал это все делать. Я, говорит, даже тебе заплачу. Я говорю, не нужно мне платить, как бы, да, я, говорю, не для этого делаю, а для того, чтобы, ну, произошли перемены действительно. Ну, получается, что ты сейчас в проекте, в принципе, и занимаешься, у тебя одна из блоков как бы состоит именно с родом, да? Да, и я даже не сколько про проект, а сколько о важности действительно принять, признать, что у нас есть род. Мы живем. Я раньше, как бы, честно говоря, не задумывалась о предках, если честно, несмотря на то, что я работала над собой. Я знаю, что у меня там есть предки, там еще что-то, да, там я работала с темой раскулачивания, чтобы там с деньгами, да, какие-то вопросы решить. Я там еще с какими-то темами. А как-то вот именно в комплексе, как-то именно вот с принятием, принять, что у меня действительно ведь есть род, действительно ведь у меня столько было предков, я, честно говоря, не совсем понимала тех людей, которые делают вот это вот древо рода. Думаю, ну зачем это сейчас уже нужно, они же все давно умерли. А на самом деле очень важно оказывать это почтение. Это как почтение, это как уважение рода. И вот когда я один из ритуалов делала, ну как бы... Мужчины, я делала для мужчин рода, а мужчины подошли прям, знаешь, поблагодарили меня, и действительно, что в мамином, что в папином, по сути, роду, я вижу, что нет уважения к мужчинам. Женщины у всех большое «я», а именно уважение к мужчине, как к личности, как к духу, да, как к Богу, да, как к тому, что немножко выше. Дух, он, вот я хотела еще проговорить про дух и душу. Душа немного ниже, дух, он выше стоит. Дух — это наш отец, дух — это наш мужчина, дух — это Бог.
Душа — это чувство, это наш род, а дух — это Бог. И очень важно понимать, что немножко он выше, что его нужно почитать и уважать. И вот в нашем роду нету такого уважения, почтения к мужчинам. Я когда сестрам сказала, я говорю, они подошли, поблагодарили, спасибо, что типа уважила. Прям, у меня аж прям на слезы пробило в тот момент. Я понимаю, что действительно они вообще там все какие-то щуплые, все какие-то никакие, потому что, ну, забитые, зажатые женщинами. Я понимаю, что действительно, а раз этого нет уважения к мужчине, то и духа-то нет у нас. Духа, силы духа в том проявлении, в полном, его нет. А когда его нет, естественно, нет реализации. Что нам дает реализацию? Нам дух дает реализацию. Деньги нам тоже дает дух по большей части через реализацию. И поэтому все живем середнячками. Да? Вот у меня родственники, у нас очень богатых там нет. И либо средний, либо ниже среднего. В основном как-то так. Вот. Да. И... У нас там с тобой время уже сейчас заканчивается. А может, перейдем немножко еще? Или у тебя нет? Ну, давай. Пока нет, почему? Все нормально. Давай, наверное, закончим, перейдем. Да. Угу. И вот очень важно работать с родом. Очень важно.